Проклятье! Свободов избежал и нашего убил! Ну и хрен с ним! Интересно, что там внутри? Похоже, что-то очень ценное. Yeah.
Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Ну да. Выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Чего расскажешь хорошего? Привет, брат! Ну, привет! Зачем пришел? Ох, и трудно вести войну в одиночку. Перекусить и отдохнуть. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Ну как оно, сталкер?
Это, чтобы работа спорилась. Что там? Ранение облучи... Да-да, прощай, прощай. Давай, двигай булками.
Привет, брат. Если нужно что, спрашивай у главного. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Слушай, все вопросы к главному. Привет, медвед. Как делишки? Thank you.
еще? Ну и отлично. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Да. Вот ведь как грустно все выходит. Да. Фу. Полпути пройдено, все спокойно. Thank you.
Только не сейчас. Слушаю. Да, прощай. Ну что, дружище? Жив еще? Ну и отлично. В контейнере находится лишь один пакет с кровью. Что там? Ранение облучи... Да-да, прощай, прощай. Подходи, сталкер. Для таких, ну что, как дружище? Ты, уже кое-что интересное.
информация может тебе пригодиться. Жив еще? Ну и отлично. Ну, привет!
Место похоже обжитое. Очень интересно. Жилища? Ну и отлично. Лежать! Руки за голову! Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел.
Не мельтеши, мужик. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть... Иди с командиром, говори. Ну, здорово. Слушаю тебя. Привет, брат. Если нужно что, спрашивай у главного. Тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Как делишки, а?